В эфире «Дорожная хроника». Выпавший снег привел к ухудшению аварийной обстановки на дорогах. За минувшую неделю произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых, к счастью, пострадали только машины. И все же в этом виновата не погода, не дорога, а нарушение правил дорожного движения, как водителями, превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на встречку, неиспользование детских кресел, так и пешеходы. Переход проезжей части в неустановленном месте на красный свет светофора и неожиданный выход из-за машины. За нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы. А неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере и не менее 100 тысяч рублей и даже арест на срок до 15 суток. Узнать о своих неуплаченных штрафах можно в ГИБДД по адресу город Красносулин, улица Шоссейная, 2А, кабинет номер 10 или на портале госуслуг.